На Шуменском редко бываю. Вот это приехал на улицу Димитрова возле магазина «Украина» и увидел в первый раз эту церковь. С собой была видеокамера, что решил ее снять для видеоблога. Аккуратно сделали, тут был газон, но вписалась она, как будто тут было и распланировано. Все красиво, посадили они и розы возле церкви. Но что удивило, 3 сбора средств, ящичков для пожертвований на улице, плюс еще в храме сбор средств. А так дальше внутри храма красиво, понравилось. Хотя сейчас есть и интернет церкви, в конце ролика будет приведен адрес, где также можно попросить наравне с обычными.